Путин сказал свою циничную фразу «не нравится, терпимая красавица». Это была цитата. Она была адресована Украине, и оккупанты сразу после пересечения границы начали действовать так, как сказал их вождь – грабить, убивать и насиловать. Ксения Барвиненко продолжит. Многих евреев, наших друзей и знакомых арестовали. Английское радио передает, что их ждут газовые камеры. Это дневник Анны Франк, еврейской девочки, которая 25 месяцев пряталась от нацистов в Нидерландах. А это уже Украина, Мариуполь. Здесь дети тоже пишут дневники, тоже находясь в оккупации. У меня умерла бабушка Галя, две собаки и любимый город Мариуполь. После Второй мировой войны весь цивилизованный мир десятилетиями говорил «никогда снова» и только в России можем повторить. После освобождения украинской армии Бучи, небольшого городка под Киевом, скрылись факты, которых не знал мир в 21 веке. Расстрелянные в затылок мирные жители с завязанными за спиной руками. Раздетые женщины. Их тела не успели сжечь, чтобы скрыть пытки и изнасилования. Даже не успела дойти домой. И не успела. Они сзади в двери зашли. Они просто молча повалили меня на кровать, молча придавили автоматом, раздели. Брата забрали и вернули его всего синего, изрезанного. Кого не вернули, находятся, как говорят, на подвале или уже на том свете. Российские войска ни с кем не церемонятся. Вот что прямо сейчас происходит в оккупированном Херсоне. Около 500 человек находятся фактически в подвалах, где происходят пытки. Эти истории уже проходили. Пытки, жизнь, основанная на страхе, подавление любого сопротивления. Такие наказания применялись СС-группами, либо согласно программе Германии относительно уничтожения евреев или коммунистического подполья. И неважно, кто перед вами, женщина, подросток или люди старшего возраста. Немцы, в эти самые отдушины, они стреляли. И мы прятались, чтобы, если бы что, чтобы кто-то остался жив. Ветер гуляет по мариупольским домам, точнее, по тому, что от них осталось. Но скоро сюда снова придут люди. Не жить, разбирать завалы. И это будут не россияне, а сами мариупольцы. Людей толкают под дулами автоматов разбирать завалы, убирать свои военные преступления, которые они совершили, убив мирное население. То есть заставляют эти делать работы за еду. В окрестностях Мариуполя уже несколько братских могил. Кадры со спутника. Здесь четко видна траншея. Ее длина и людей раздевают, ищут татуировки, часами допрашивают. Я никогда не забуду разговор. Ну, солдат терганы. Что ты делал с людьми, которые не прошли фильтрацию? Застрелил 10, а дальше не считал неинтересным. Село Безыменное, недалеко от Мариуполя, именно здесь находится один из самых больших российских фильтрационных лагерей. Сюда привезли около 2000 украинцев. Запах здесь хуже, чем в туалете, потому что здесь находятся больные и инвалиды. Фильтрационные лагеря – это не ноу-хау российских войск. Все новое – это забытое старое. Фильтрационные пункты существовали на всех территориях, которые оккупировали фашисты во время Второй мировой. Были созданы также в нацистской Германии, где также содержались не только военнопленные, но и гражданские лица. Разговоры современных оккупантов поражают своей жестокостью и цинизмом. Слава, мать с двумя детьми. Ну и что, наши привольнули при детях. Завалили. Российские руководители сообщения о военных преступлениях своих солдат отрицают, так же, как это делали их предшественники, нацисты. Но обмануть мир не удастся, и рано или поздно за зверства карателей придется ответить. Ксения Барвиненко, Украина 24, для проекта Freedom.